Суббота, как ни странно, но тепло. Дрозды кричат, как вечером в июне. А странно потому, что накануне боярышник царапался в стекло. Преследуемый ветром, но окно я не открыл, акации трещали. И тучи пламеней возвещали о приближении заморозков, но все обошлось, и даже дрозд поет. С утра возился с чешскими стихами, вошла соседка. Его книжку стихов за границей напечатали в Америке. Бродский — это старинная еврейская фамилия, у меня даже дядя был Бродский. Я жил, бил себя в грудь, страсть, рай. Я просто хотел позвонить и узнать, как дела. Скажи мне, пожалуйста, я не разрушаю себя всей этой суетой, нет? Мигранты – несчастные люди, всего боятся. Ты знаешь… Простите, жена. Спи, сыночка, спи. Нет, не хочу уезжать. Спи. Не буду. Как тебе стихи? Ну, хорошие стихи. Ну да, стихи более-менее хорошие, да. То, что я писал. Иногда хочу исчезнуть. Был и нет. Сергей, хотите еще? Очень вкусно. Налейте себе, вот чайничек стоит.